На фоне распространения критических публикаций и заявлений о теории глобального потепления, жители Европы склонны винить человечество в изменении климата. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое для Euronews провело агентство Redfield & Wilton Strategies. В опросе участвовали жители Германии, Италии, Франции и Великобритании. Согласно представленным данным, чаще всего винят людей в климатических изменениях в Италии, так ответил 81% респондентов. Больше всего скептиков в Великобритании, 17% опрошенных в Соединенном Королевстве не верят, что люди ответственны за глобальное потепление, 14% затруднились ответить. При этом европейцы склонны критиковать экологическую политику в ЕС. Почти две трети опрошенных в четырех странах считают, что власти делают недостаточно для борьбы с изменением климата. Германия, Италия, Франция и Великобритания подписали Парижское соглашение по климату, в рамках которого они обязуются значительно сократить выбросы углеводородов в атмосферу и увеличить финансирование программ борьбы с глобальным потеплением. Большинство жителей этих стран считает, что экология должна оставаться приоритетным направлением для выделения средств, даже в тех случаях, когда это вредит национальной экономике. Особенно высокой поддержкой эти идеи пользуются в Италии. Примечательно, что при этом респонденты в меньшей степени готовы переплачивать за продукцию, произведенную с минимальным ущербом для окружающей среды. В Германии, Италии и Франции 40% купили бы товар с соответствующей пометкой, даже если он будет значительно дороже обычных аналогов. В Великобритании так ответил каждый третий респондент. В целом исследование Redfield & Wilton Strategies отражает озабоченность европейцев ситуацией с экологией. Люди ожидают конкретных мер по борьбе с изменением климата, причем прежде всего от правительств.